Еще один студенческий форум, но уже молодежи Хунзахского района прошел в Доме дружбы. В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя правительства Дагестана Анатолий Карибов и вице-спикер Сагид Ахмед Ахмедов. Действительно, Хунзахский район – это одна из жемчужин Дагестана. И то, что сказали о создании здесь возможности для отдыха, развития, бизнеса, действительно наилучший. Здорово, что вот так получилось, что Саид Камилович и его команда, а его команда это вы, начали деятельность свою, работу с вопросов совершенствования развития молодежной политики. Недавно вот в этом году сформировано молодежное правительство. Это не какой-то орган, который будет такой статический. Будет постоянно он идти ротация. Молодые, инициативные ребята, девчата, вот вы можете в него войти, активно участвовать. Уважаемые участники форума, уважаемые друзья, от имени Народного собрания Республики Дагестан приветствую всех участников форума студенческой молодежи Хунзахского района. Жители Хунзахского района вместе с другими народами Дагестана и в мирное время, и в годы суровых испытаний вносили значительный вклад в развитие нашей республики. Одним из важнейших приоритетов деятельности руководства республики является работа с молодежью. Сегодняшний форум – это хорошая площадка для конструктивного диалога по широкому кругу вопросов противодействия распространению идеологии экстремизма и терроризма. Решение востребованных временем задач, стоящих перед районом и республикой, духовно-нравственного воспитания молодого поколения. Выступающие отметили значимость мероприятия. Организаторы данного форума, администрация района уделяет большое внимание повышению качества образования. Собравшимся показали фильм о современной истории Хунзахского района и его достижениях в различных областях жизни. Бывшие руководители и ветераны говорили о патриотическом воспитании и роли молодежи в современном обществе. Также в ходе форума студентов-отличников наградили дипломами и денежными премиями. Молодежь – это основа всего. Вы – наше будущее. Благодаря вам будут строиться все остальное в нашем районе, в республике. И благодаря вам будут продвигаться новые идеи. Все идеи, которые сегодня идут в нашей республике или в других регионах, это все от вас. Вы ставите перед собой задачи и идете к цели.